Я тут недавно наткнулся на видео, где девушка рассказывает про свой опыт похудения на рисе. И о том, что питаясь рисом с небольшим количеством соусов, она сбросила 3 килограмма за неделю. Это к вопросу о том, можно ли худеть исключительно на углеводной пище. И, кстати, есть одно большое исследование, где люди сбрасывали и по 50, и по 40, и по 60 даже килограммов на рисовой диете. То есть на диете, которая состояла, по сути, из соков и из риса. То есть из углеводов. Это все в который раз подтверждает, что главным в вопросе похудения будет баланс энергии, калорий. То есть вы можете выбирать любую диету, которая вам по душе, такую диету, которой вы сможете придерживаться. Самое главное и самое сложное – это придерживаться диеты, правильно ее подобрать под себя. Некоторым подойдет кето, я ничего против кето не имею, просто уж слишком фанатики кето-диеты сумасшедшие. Некоторым подойдет вот такая вот углеводная диета, некоторым подойдет белковая диета. Мой личный фаворит – это диета, где у нас сбалансированное количество белков, жиров и углеводов, где у нас много фруктов, овощей, чтобы было достаточное количество витаминов, микроэлементов. Но это я уже ушел в сторону от темы видео. Все, что я хотел сказать, это то, что худеть вы можете абсолютно на любой диете, если она вам подходит, если вы можете ее придерживаться.